Чемпионат Обилимпикс для людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Ульяновске. В первые дни стартовали очень интересные компетенции. А какие именно? Бежим, узнаем вместе. Традиционно большинство компетенций чемпионата проходят на площадках Ульяновского колледжа отраслевых технологий и дизайна. Так, в одной из профессиональных мастерских соревнуются участники по направлению бисероплетения. В основном это слабовидящие школьники специнтерната для незрячих. Для них предусмотрено специальное рабочее место. А непосредственно содержание испытания ребята читают по системе Брайля. Я уже занимаюсь на протяжении 4 лет. Мне это, привлекает, очень нравится. Всегда готовый подарок для родных и близких. Очень, очень красиво, очень, интересно, увлекательный процесс. Участники в основном девушки, но нашлось место и молодому человеку Даниилу Валькову. Как признаются педагоги и эксперты, у Даниила большой талант к прикладному творчеству. Его работы представлены на развернувшейся выставке компетенций в фойе колледжа. Параллельно в соседней мастерской проходят испытания по направлению швея. Здесь молодым портнихам за 4 часа предстояло шить блузу. Да, естественно, у нас организована зона, рабочая зона для каждого участника, где идет и спецмашина, и универсальная машина, рабочее место утюга, стол. То есть специальная зона оборудована для комфортной работы участника. Для Галины Красновой задание оказалось по душе. Девушка уже самостоятельно пополняет свой модный гардероб авторской одеждой. А вот в подобном чемпионате участвует впервые. Мне что больше нравится шить? Платье, блузки. Блузка тоже очень красивая. Несколько раз шили. Очень понравилось. Спасибо учителям, что они помогают нам и учат. Сама потом носишь то, что шила? Да. Нравится? Да, и родителям помогаю. Родители тоже хотят купить машинку, чтобы я шила дальше, продолжала шить. По мнению экспертов, компетенции бисероплетения и швея тесным образом между собой взаимодействуют и дополняют друг друга. Поэтому ребята из подшествующих школ-интернатов и непосредственно самого колледжа охотно в них принимают участие. Ульяновская область представила 24 компетенции, 189 участников, 65 обучающихся и 158, если я не ошибаюсь, это экспертное сообщество, которое действительно работает в чемпионатом движения Обилимпикс. Отмечу, в переводе с английского «Обилимпикс» означает «Олимпиада возможностей». Ежегодно тысячи россиян с ограниченным здоровьем или инвалидностью доказывают свое мастерство в различных рабочих профессиях, подтверждая свое право на полноценную трудовую деятельность. Антон Никонов, Даниил Сурков, Улправда ТВ.